В Музее истории КФУ открылась выставка, посвященная юбилею профессора и выпускника Казанского университета Григория Вульфсона. Смотрим. Главный труд Григория Вульфсона – это реставрация актового зала Казанского университета, который сейчас называется Императорским залом. Именно он руководил созданием музея Ленина в Казанском университете. Идея восстановить актовый зал в том виде, в котором он был во время сходки 4 декабря 1887 года, появляется накануне столетия этой сходки. Работы по реставрации зала начинаются под руководством ректора Александра Ивановича Коновалова в 1982 году. И ректор университета предложил возглавить эту работу Григорию Ивановичу Вульфсону, потому что Вульфсон зарекомендовал себя не только как высокопрофессиональный историк, но и как человек, который способен создавать музейные экспозиции, отвечающие современным требованиям. Единственное, что не удалось реализовать Григорию Вульфсону, после реставрации актового зала на центральной стене не появился портрет Александра I, основателя Казанского университета. Это произошло только в 2004 году. Как исследователь, он был очень въедливым человеком, дотошным, очень внимательным, аккуратным и пунктуальным. Мы постарались это показать на выставке. Для нас сейчас основным средством общения является электронная почта, всевозможные мессенджеры. Тогда этого не было. И основным способом общения между городами, между исследователями, достаточно быстрым и оперативным, была телефонная связь. И здесь на выставке представлена вот эта фотография, когда Григорий Иванович звонит кому-то, а также его небольшие записочки. Итоги разговора Григорий Вульфсон записывал на небольшие фрагменты бумаги. Он сам был потрясающим коллекционером живописи, часов. Эта коллекция находится в собрании Национального музея Республики Татарстан. На выставке можно будет увидеть биографический материал о Григории Вульфсоне, уникальные фотографии, послужившие основой для восстановления интерьеров зала. Именно увлеченность культурой и искусством позволили ему восстановить актовый зал в том виде, в котором мы видим его сейчас. Он является гордостью Казанского университета, местом притяжения всех главных событий не только университета, но и Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.